Один из пригородов Лос-Анджелеса, Чатсворт, он находится к востоку от даунтауна Лос-Анджелеса. Давайте зайдем и посмотрим, как выглядит двухспальный кондоминиум в этом районе. Обычно в таких комьюнити находится бассейн общего пользования. Так как это комплекс не новый, то цена колеблется от 375 до 420 тысяч долларов. Так выглядит типовая квартира таунхаус. У нас здесь называют или кондоминиум с двумя спальнями. Мне здесь очень понравились потолки. Вот это первая комната гостевая. Здесь можно смотреть телевизор. Маленький балкон или терраса. Вы можете выставить сюда цветы, можете высадить какие-то декоративные вьющиеся растения, поставить кресло. Но днем в этом районе, летом бывает очень жарко, зимой, кстати, холодно. Это как бы гостиная комната разделена на две части. Маленькая такая прихожая, кухня. Мне не очень понравилась. Может быть, она лично для меня маловато. И также здесь, ну, такие квартиры типичные на двух-трех человек. Мне не очень понравилась эта модификация, именно эта модель. Это здесь можно сделать офис, спальню или детскую комнату. Дорога вниз, лестница вниз ведет в гараж, лестница вверх идет в спальню. Нам разрешили посмотреть одну спальню, одну из двух. Вот здесь камин, тоже камин и газовый. В комнате, в гостиной комнате также камин. Здесь ванная комната. Также здесь рядом с спальней находится большой walk-in closet. И опять возвращаясь в эту спальню, я хотела вам показать. Спальня довольно просторная. King size кровать сюда может встать. Потолки мне очень понравились. И вторую комнату мы не посмотрели, но она приблизительно такого же размера. И еще одна ванная комната. Здесь находится душ. Все, вот уютная квартира на двух, на трех человек, не более.